вот то, что мы собой культурологически, да, представляем поверх этих потребностей. Есть вот та махина социального взаимодействия, в которой мы с вами оказались ввернуты. Нас просто вбросило вот в эти жернова, в которых люди ведут себя по отношению к нам так. И они ведут несознательно, потому что с ними так себя вели. Потом, правда, с трудом появится новое современное течение, и мы начнем класть их на живот. Ну вот. Но в целом вот эти вот конструкции, которые позволяют слепить из этого биологического материала социального агента, потому что у этого вообще есть очень важная функция, да? Потому что мы с вами умудрились, это произошло исторически не так давно, организовывать общности, которые больше тех, который мы можем удержать в собственной голове. Значит, есть какие-то особенности, вот, неврологические, которые являются вашими сильными сторонами. Есть какие-то потребности, которые ядра, соответствующие в подкорке, которые вас крутят. Попытка найти важно обречена на провал, потому что вы включите рациональное мышление, которое все прокомпостировано культурой. И важно появляется только в тот момент, когда вы четко знаете, чего вы на самом деле хотите с точки зрения базовых потребностей. И когда вы понимаете, какие особенности вашего мозга могут на это сработать. И вот это уже будет предназначением в таком нейрофизиологическом, не в метафизическом, а в нейрофизиологическом смысле этого слова.